поедем с вами на ярмарку. Сегодня в Таллине большая осенняя ярмарка. И мы с вами уже на месте приехали на эту ярмарку. Находится она на Штромке, такой местный диалект, скажем. Так что давайте посмотрим. Я вижу сейчас, что людей очень много. Муж поехал искать парковочное место. Здесь это не так просто. Ну, а мы с вами посмотрим. За что я люблю это место, что здесь, вот здесь по прямой, видите, там уже море. Мы с вами потом подойдем к нему. А пока ярмарку посмотрим. Кто любит ярмарки? Сразу соболиные хвосты. Стать, что ли, квадробером? Шучу, шучу. Здесь и сумочки, между прочим, очень красивые. Смотрите. 45 евро, девушки вот говорят. Шапки всякие, варежки. Шапки по 25 евро. И очень большой спрос, я вам хочу сказать. Посмотрите, сколько людей. Народ любит ярмарки. Уже все такое зимнее, теплое. Давайте посмотрим перчатки. Мы начали с вами сегодня с несъестной части, чтобы пока мы гуляли, у вас бы разыгрался аппетит. 10 евро кожаные утепленные перчатки. 135 шапки. Здесь тоже шапочки. Ну, в общем, здесь одежда. Здесь всякие повязки, здесь все по 5. Шапочки, шапочки, штанишки. Ну, это все так пахнет вкусно. Что мы сейчас с вами... Ой, обувь. Давайте здесь мы потолкаемся тоже. Какой хорошенький. Какой хорошенький. Ты какой хорошенький. Так, здесь обувь. Вот такие ботиночки меховые, теплые, 30 евро. Вот эти красненькие, не вижу сколько. Это вот для нашей погоды как раз такое непромокаемое. 20 евро, 30. Носочки всякие. И очень много разной обуви. 40 евро, вот такие сапоги женские. 22 евро вот такие, как туфли открытые. Не открытые, закрытые. Цена, кстати, размеры 3-4 евро, я так понимаю, вот такие. Вот такие 20. Легенькие. В общем, люди здесь накупают. Накупают, набирают, правильно делают. Так, здесь кофточки. Лифчиков, лифчиков. Девушка пробует. Кому чего. Не постельная, а тюль и покрывало полотенца здесь. Здесь одежда всякая разница. Очень много разных курток. Куртка вот такая, девушки, смотрит. Давайте посмотрим цену. Только мне. 75 евро. Смотрите, какая. Цвет какой красивый. Ой. Знаете, заражает это дело. Тоже охота сразу куртки, шапки, перчатков, пальтов. Всего сразу хочется. Люблю потолкаться на ярмарках, а вы? Ну так, в общем, здесь это вещевые куртки, а по 25 евро. Такие тепленькие. Ну, средненькие такие, как сказать, не зимние, но на сейчас. 15 евро. Такие 45, это уже зимой, наверное, можно. Свитерочки по 15. Норка искусственная, 99 евро. 99 норки искусственные. Здесь прям очередь. Вот, смотрите, какие прям даже туники красивые. 7 евро. Здесь товары для здоровья. Здесь прям очередь. Товары для здоровья всякие разные. Кремы по 6 евро. Болгария с, с водой розовой. Лифтинги, вы видите, смотрите, как тут интересно. И всякие разные вот мази. Кедровая, прополис, шалфей. Вот сейчас вам камеру туда сунул, чтобы мне не подойти. А мыло можно купить? Два розовых.
Очередь, слушайте, люди берут. Болгарское мыло розовое хотят. Очередь стоит. Всякие вот мази там, знаете, то суставы, то все, прополисы. Здесь все шерстяное, причем по пандусу по 14 евро вот такие красивые. Тоже ручная вязка, я думаю. С вышивкой там, ну, красиво. Ну, а теперь у нас с вами началась съестная часть. Клюква 7 евро килограмм. Яблочки золотой ранет 3. Чеснок по 8 евро килограмм. Лук с Чудского озера. Мы с вами только оттуда, да? 3 евро килограмм. И клюковка хорошая. Подушки, одеяло. Пуховое одеяло, например, 100 евро. Мед килограмм стоит 8 евро. Горячишный мед 8 евро. Это для блинчиков. Для блинчиков панькоки. Как он такой, как бы кремообразный, тоже 8 евро. А это, значит, горячишный. Вы когда-нибудь пробовали горячишный мед? А здесь всякие с добавками. Смотрите, какие баночки красивые. Здесь с добавкой. С мятой. Перевожу с лимоном и имбирем. С малиной и черной смородиной. С облепихой. И там вот прополис и всякое такое. Здесь тоже море разных кофточек дешевые. 25-20. Это все-таки недорого, согласитесь. Тепленькие такие, красивые. Сколько здесь одежды. А пахнет все-таки не с этой стороны. А здесь очень много детских книг и развивалок на русском языке. Здесь чага. И опять вот начинается этот лавка здоровья, или как это сказать, знаете. Сок чаги, масло облепиховое, масло сосновое, кедровое, пихтовое и прочее. Солодка, лопух. Слушайте, очень большая активность людская, потому что цены и интересный разный товар. Яблоки по 3 евро, по 3,50. В то время, когда они буквально раздаются везде даром, а здесь вот так. Постельная эстонская, кстати, тоже очень. А это мята, 3 евро пучок. И здесь такие вот баночки. Всякие разные, 100% натуральные варенья и соки. Так написано, компоты, огурчики. А производится все это на Миккуталу. Хутор Миккуталу. Тут и грибочки. Здесь вот это наша с вами тыква, которую мы с вами делали в прошлом году. Она с корицей здесь, видите? И с корицей, и с луком бывает. И с кардамоном вот мне нравится еще. Ой, я обещала Кристине привезти что-то с ярмарки вкусного. Если карточка не надо вставлять, тогда можно. Можно, да, она контактная. Вот она просила что-нибудь привезти, какой-нибудь кренделек с ярмарки. Потому что у нее очень много дел. Там, ну, в смысле, учеба, она не поехала. Так, и здесь еще продается, наверное, хуторской хлеб. Вот это очень интересно. Я бы хуторской хлеб купила. А пшеничного нет? Так. Да. Это с фруктами и с разными кореньями. Половинка 3 евро, целый 6. Вот, сейчас вам в разрезе покажу. Половинка вот такая стоит 3 евро. Вот здесь разные фрукты и корешки. Вот там, видите? Это называется лихалейп. И с кусочками сала, я так понимаю, там внутри. Вот это интересно. Называется лихалейп. Так, здесь духов полно французских, каких хотите, девочки, очередь за французскими духами. Здесь всякие восточные сладости, вы знаете, очередь везде. За халвой, за пахлавой, за духами французскими, за тапочками, за всем. Вот прям везде очереди. Большие ведра с медом, посмотрите, какие огромные. Сок продается, сейчас посмотрим. 5 евро сок. Здесь сколько литров? 3 литра. 3 литра 5 евро. Сок яблочный, свежевыжатый. Мед 3-литровыми банками. С грецкими орехами внутри.
Ну, Андрей, вот и цены, видите, 15. Здесь всякие. Вересковый мед есть, и гречишный, и лесной, цветочный, липовый, кремовый. Чего здесь? Какие по евро можно попробовать? Ну, вот цены все перед вами. Все цены перед вами. Руками собранная клюква 8. Очень много разного здесь овощи, в смысле чеснок. Как пахнет хорошо. 7 евро. Кимп. Кимп это на эстонском букет. Вот такой вот 7 евро. Очень много всего, конечно. И старт, и старту 2,90 сипур на эстонском лук. Здесь можно почти везде платить карточками. Орехи 5 евро. Опять здесь лавка жизни. Мне не подойти, посмотрите, сколько здесь людей. Мне даже не показать вам. Кора дуба, прополис, сабельник. Ну, в общем, поняли, все, что касается здоровья. Тут по суставам, по болям, яд медузы. Очень много всего. Посмотрите на эту очередь. Вон она стоит. Вот. И все идут, эта очередь идет в рыбный отдел. В рыбную палатку. Я даже не знаю, как вам снять, потому что мне просто не подойти. Очередь километровая сюда, значит, здесь лещ. Я не пролезу, но камера может пролезет. 7 евро килограмм лещ. Лещ, который бабочкой. Или любой. 7 евро килограмм. Это недорого, потому что мы с вами на Чудском брали, по-моему, 8,50 и 9 евро за килограмм. И 10 евро за килограмм. А здесь 7. Да, вот лещ, лещи свежие. И они все с Чудского, пейпси. Это с Чудского палатка. Этот окунь по 12 евро. Судак 15 евро килограмм. И ангарес, это угорь копченый, 36 евро килограмм. Посмотрите на очередь. Здесь просто не подойти. А лещиков можно было бы взять недорого. Но стоять здесь не было. Это ужас. Вот, смотрите, какие 36 евро. Вот такой это называется угорь. Он как змея, деликатесный такой. Очень жирный, очень вкусный. Я вам хочу сказать, площадь здесь, как говорится, всего этого огромная палаток, огромное количество, и у каждой невероятная очередь. Надеюсь, вам хоть что-то там удалось разглядеть. А здесь всякие природные вещи, лекарственные какие-то. Из вот этой, из чаги, наверное, что-то вот это я не очень. Экстракты разные. Да. А это чага, вот это чага, смотрите. Чага, пить чага капсулами и черный чеснок. Черный чеснок, а это вот чага. А это из чаги, можно попробовать. Вообще-то знаю, но это... Далеко? Капсулы по 20 евро. Питье не вижу цену. Она бровида. Так, и кремы, и все такое. Касэлла витали кухинь майна? 15 и большие 20. Майта? 15. Все, это все цены в евро, мы из Эстонии. Здесь специи, пахнет за километр. Опять мед. Мед в тюбиках есть, наверное, такой удобный, знаете. Куда-нибудь на блинчик, на бутерброд, куда там его кладут. 5 евро, вот такой вот туп, тут 340 грамм. Очень много людей. Ага. Единственное, в Эстонии, кто производит вот в таких тюбиках. Давайте пойдем понюхаем шашлыки. И сделаем маленькую паузу, подойдем с вами к морю. А то, наверное, у всех уже голова кружится от запахов, от вида меда. Армянский шашлык 12 евро порция. Я здесь постою, пусть на меня подует. Куриный шашлык 12, баранья каре 17, люля-кебаб 8, лаваши 10, фрикартошка 3. Ну, смотрите, это же просто, да? Как говорится, я рад топищу, но возбуждает аппетит. Вот
Ой, пусть на меня подует, как хорошо. Спасибо. Так, здесь тоже шашлыки. Как берут? О том, что... Яна, ты показываешь Эстонию в розовом цвете. Люди живут плохо. Бомжи все лазят по помойкам. Зарплаты нет. Я прошу заметить. Вот это не монтаж, ничего. Вот это вот, вот это все люди, которые все это берут, хватают, покупают. И я хочу сказать, что здесь огромный процент на людей сильно старше, вот прямо плюс-плюс, ну то есть пенсионеры молодцы, да. И вот они тоже стоят и говорят, да, здесь немножечко подешевле, и покупают они с большим удовольствием. Это вот ответ для тех, кто говорит, что все плохо, денег нет, зарплаты нет, все загнивают и живут плохо, и я все преувеличиваю. Пожалуйста. Пахнет. Здесь что-то жарят. Грилливат юст. Сейчас. Сыр на гриле. Сыр на гриле. И 25 евро за килограмм. А здесь с чили, с чесноком и оригинал. Вот, давайте попробуем. Это вот этот оригинал, потому что я не с чесноком никак. Ее покрыли тут. Я ее поправлю тут. А какая? Ильма. Без масла. Без масла жарится, знаете, очень вкусно вот эти. Вот сейчас с чесноком попробовать. Придешь, покушаешь. Ой, оригинал, 12 раз. Очень вкусно, слушайте. Не ожидала. Лук. Ой, какой прям хороший лук. 3,50 маленькая пачечка. Извините, такой аппетит просто, но прям вкусно. А эти... 3,50 все. Я просто на маленькую смотрю. Ой, красивый, красивый какой. Очень. 3,50 килограмм. Так, я обещала паузу. Я обещала паузу, и что мы подойдем к морю. И немножко посмотрим. Отвлечемся от одуряющих цен, от запахов. И изобилие. Вы знаете, это просто красота, когда ты живешь, и у тебя прямо в городе море. Причем почти в любом районе, как бы. Сейчас мы с вами как бы в северном Таллине. И здесь тоже свой пляж, свое море. Тот же самый залив. Здесь люди гуляют и днем, и вечером, и зимой, и летом, и купаются. Особенно сейчас хочется. Песочный вот такой пляж здесь, широкий, мелководье. И если вода летом прогревается, то это красота. Прямо среди вот этого жилого района, здесь вот сразу дома, проводится эта ярмарка ежегодная. Ну, давайте посмотрим еще что-нибудь. Сложно к чему-либо подойти, не говоря о том, чтобы уже что-то купить. Тут надо стоять в очереди, чтобы что-то вот купить и хотя бы вам показать. Не пробиться никуда. Опять рыбное что-то. Здесь, наверное, угорь и прочее. Но людей так много покупает, что не подойдешь. 28 евро. Здесь угорь вообще за 28 евро. Это вообще очень дешево. Вот он. Сушеное. А это за 13 евро. Копченый угорь в банках берут просто. Сейчас все разберут. Колбаса. Вот хуторской колбаски бы я взяла бы мужу, сало бы взяла бы. Пироги от Николая. Вкуснейшие. Но очередь. Все пенсионеры их хватают. Ой, тыквы какие красивые. Какие красивые.
Евро килограмм тыквы, значит, колбаски. Одна штука 6,50, две штуки 12. Очень с большим добром и теплом встречают продавцы на любом языке, пожалуйста. Очень обслуживает хорошо. Да, надо что-то взять. А это копченый сыр, между прочим. Вы пробовали когда-нибудь копченый сыр? Есть у вас такое? Молодцы какие. Видите, как обслуживают? На всяких языках. Здесь из лося колбаса. Одна штука 6,50. Копченый сыр классический 17,90 за килограмм. Тушенка. 31,50, пожалуйста. Какой молодец. Так, здесь грудинка или как? На ольхе копченая. Слова забыла. Так. Копченая курица тоже на ольхе. И сало, там и ветчина. Так. Здесь что-то из химии. Тере. Ага. Здесь у нас с вами снова одежда. И здесь так чуть-чуть, немножко спокойней. Или мне так показалось, два шага, показалось. Потому что здесь снова, здесь золото-бриллианты. Ой, как я люблю такое. Золото-бриллианты. Духи, ароматы. И здесь опять толпа. А что тут? Наверное, уже берут что-нибудь на праздники. Я не понимаю, из чего это. А что это такое? Камиль Лессантех тут. On see mingi tähtis T3D-printiga. 3D-printiga. Ah, issand, 3D-print. Hästi kerged ja põnevad. Issand, kui kenad. Nii mõnusad. Is 3D какой-то принтирование. Господи, помилуй. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Брошку мне такую. Мне такую и в прямой эфир. Хочете? Это очень здорово. Правильно, спасибо. Вот, видите, девушки меня поддержали. О, вы знаете. Так, а я думала, меня не узнали, а меня узнали. Узнали. А вот продавщица сказала, что не снимайте, я не хочу, чтобы вы показывали мой товар. Я ушла. Вот так вот. Обычно на эту камеру реагируют очень плохо везде. Вот как-то... Но ярмарка, казалось бы, да? Казалось бы, что... Чтобы продать товар, да? Хотелось бы... Наоборот, люди хотят. Вот продавцы на ярмарках хотят, чтобы их рекламировали. А эта дамочка не хочет. Ну что мы еще с вами? Еще вздохнем и еще немножко посмотрим. А здесь Яниталу. Это название хутора. И здесь колбаски. Смотрите, здесь из говядины по 5,50 штучка. 2,10 евро. Вана хеа краков. Старая, хорошая краковская. 15 евро килограмм. Запах, я вам скажу, здесь стоит одуряющий. Все палки колбасы по 6 евро. А вот эта длинная, не знаю, сколько. Путра, это из лося, да? Из лося. Жалко лося. Всех жалко, да. Пирожки с ветчиной по 2,50. Курица. Опять сыр копченый. Здесь поменьше людей, здесь можно взять. Но здесь нету вроде бы сала. А мне кажется, вы... Есть сало, а хорошее. Ну, люди берут, смотрю. Да. Я смотрю, что люди очень много, везде все берут. Да, но не знаю, пробовать не пробовать. А вы попросите, вам да. А я вообще не люблю его. Это мужу я не... Фу. Так, ну колбаски бы надо. Колбаски-то.
Ой, это продается айва. Сколько стоит? 4 евро килограмм. А что такое айва? Это между грушей и яблоком что-то вместе? Такое что-то, да? Это майонез ситрон. Ах, ситрон! Это не нравится, да, сема. Это как бы эстонский лимон, и его не надо кушать, он страшно кислый, поэтому сразу дали натуральные какие-то сладкие конфеты. Вам тоже дали? Пробовали? Кислятина, а вкусная какая-то кислятина. Да, я на кустике, он там на купехме. Свежий. Что свежий? Да. Отрезанный. Да. Коммит вельки парем. Конфеты еще вкуснее. Да. Конфеты вкусные. Так вот сходишь, перекусишь. Знаете, я не завтракал, кофе не пил. Еще где-то колбаску дают, знаете, попробовать. Вкусно. Семли. Ты как канель накушаешь. Здесь корица в составе. Это очень интересно. А этот 5 евро с семечками. Семля. Семля — это семена на эстонском. Такая. Ну куда же осенняя ярмарка и без овощей? Морковь евро, картошка 80 центов, лаура, она очень желтая, насколько я знаю, она очень хорошая, смотрите. 2,50 эстонские перчики, огурчики 2,50, лук 2,50. Так, здесь какие хорошенькие кастрюльки с клубничками. Кастрюльки и всякие блюда. Ой, какие блюда. Большие по 17. Ну, как большие, вот это вот, следующие не вижу. И вот такие по 12 евро. Две бабушкины с говядиной, которые по суше. Давайте по суше. Одну, да? Или могу дать еще? 19,70 по 15. Сало есть, сало, сало. Соленое сало 11,90. О, если бы нашли, то спасибо большое. Ничего страшного. А, здесь хуторской хлеб. Я тут уже взяла сало и колбаски. Вот обязательно надо взять хуторской хлеб. И тут можно попробовать разный мед. Мед клюквой с облепихой. Еловая соса, это смола. Смола, смотрите, как здорово. Угу. Так, слейпа. Куйтогип. Куйтоги. Катакка. Катакка. Катакка лейпа? Я. Yeah. Терве. Yes. Я. Ика. Кюсла, курит. Это чеснок с разными специями, как масло. Вот такое возьмем с вами. Возьмем одного угря копченого. И возьмем яюкслатика с касурем побольше. Ага. Постельная. Давайте посмотрим на цену постельного на ярмарке. 50 на 60 наволочка, 100% пувиль, этот хлопок, не сатин, ничего, 3,50. 3,50. А из сатина 5. Так, это все наволочки. Это все наволочки. Здесь пошли комплекты. Комплекты идет две наволочки 50 на 60 и размер одеяла вашего. Простынь отдельно. Простынь здесь нету. Ну вот, например, комплект под одеяльник и две наволочки из сатина 45 евро. Качество хорошее, вот мне здесь нравится. Вот здесь скидки, давайте что-нибудь пороемся, купим. 50 на 70, здесь уже какой-то нестандарт. 50 на 60, по 5 евро. Да, взять-то особо и нечего. Две штуки 5 евро, это просто хлопок. 50 на 60, ну тут Кристине можно взять.
Но хочется-то комплект не разбивать, да? Здесь уже простыни, допустим, 160 на 200, простыня с резинкой 24 евро. Да, на ярмарке недорого, здесь дешевле, чем было бы в магазине. Просто отдельные пододеяльники. И здесь по размерам простыни с резинкой, без резинки и так далее. Так, здесь что-то раздают попробовать. Это какой-то чай, чай с тмином, чай с крыжовником. Вот здесь тоже чаи всякие. Не подойти даже. 16,50.